Всем привет! С вами Товар из Поднебесной. Также я очень рад, что вы подписаны на мой канал. Также привет гостям, а также кому-то еще. Благодарю, что смотрите это видео. Сейчас на обзоре будет у нас два телефона. Это быстрый обзор. Есть что сказать по обоим телефонам. Оба очень активно тестировались. Это U20 старший брат, это младший брат U15. В чем их разница, какой лучший телефон выбрать? Сейчас я вам об этом и скажу. Как они лежат в руке, два телефона. То есть, что этот очень удобно. Тут есть сканер отпечатков пальцев. Здесь сканер отпечатков пальцев работает за долю секунды. Здесь он работает где-то за 3-4 доли секунды, то есть дольше срабатывает. Камера здесь 16 мегапикселей, здесь 13. Но, конечно же, в Aqutel U20, в этом беленьком телефоне, кто не знает эту модель, тут идет интерполяция до 16 мегапикселей. Например, Antutu Benchmark. Что нам выдает Antutu Benchmark? Тут выдает оригинальный его тест, 39-40 тысяч, просто сейчас в этом телефоне ничего не закачано. Процессор здесь разные стоят, здесь стоит Turbo, здесь стоит просто MT, но этот 8 ядер здесь, и работает он шустрее, чем этот 4-ядерный. Камера, видим, да, здесь на 16 мегапикселей, здесь на 13. Но здесь есть интерполяция, но это коммерческий ход, здесь без интерполяции уже 16, обратите внимание. Вот. Про процессоры я уже сказал, все остальное здесь практически одинаковое. Что тут 5 мегапикселей, камера опять же тут с интерполяцией, здесь без интерполяции. Так, это есть металлический телефон, то есть алюминиевый корпус, да. То есть в этом отношении это ему огромный плюс. И камера здесь прикольно так выступает, видим, да, за ободки. Это его плюс. Чехол на него, конечно, хуже качества. Мнется, очень слабенький. На этом Aqutel U20 чехол лучше качества, он более сильный, более привлекательный. Две камеры. Про эти камеры я говорил в своем первом обзоре, поэтому сейчас не буду повторяться. Снимают, в принципе, они одинаково. Что здесь 13 мегапикселей, что здесь 16. Разница небольшая. Что еще было замечено? Обратите внимание на экран. Здесь Full HD лучший экран, здесь HD худший экран, но здесь батарея держит во много раз больше. При активном пользовании телефон 2 дня смело держит. Что я заметил по экрану также? Видим, да, обратим внимание, здесь белый экран Aqutel U20, явно выраженный белый цвет экрана. Здесь же желтый цвет. Видим, да? Белый-желтый. Интересно, да, получается. Но, честно говоря, на зрение мне лучше желтоватый цвет. Он больше более приятней и более есть мягче, чем белый. Белый сильно режет глаз. Но, тем не менее, разницу видим. Да, может, кому-то нравится больше белый цвет. Здесь такой желтоватый. Запас яркости я выставил максимальный. То есть, естественно, на белом при солнечном дне будет видно лучше. Также, что касается датчика. Здесь он моргает только зеленым цветом. Вот. Здесь датчик моргает тремя цветами: зеленым, синим и также красным. Что здесь интересно было уже? Тут пришло уже 3 прошивки. Я не знаю, если новое еще не проверял. И во время съемки, сейчас найдем чуть-чуть другое меню. Меню камеры стандартное для Aqutel, видим, да, здесь. И во время съемки видео можно фотографировать. Видим, да? Можно делать фотографии во время съемки. В Aqutel U20 сначала такого не было. Вот, видим, можем посмотреть наши сделанные фотографии. Да, ну, качество, ну, такое качество, знаете, как на видео. Видно, что видеосъемка была. Кстати, опции камеры здесь совсем другие, видим, да, другое меню, все другое. Более не привлекательно для меня. И тоже во время видео... Видим, да, можно снимать. Можно снимать. Вот такие у них преимущества. Какой телефон выбрать? Шустрее, конечно же, 8-ядерный. Шустрее, он в руке как бы чуть-чуть лучше лежит. По весу они почти одинаковые. И металлический корпус. Маленько привлекательный. Здесь пластмассовый корпус, но он есть очень красивый. Этот телефон будет красивее. То есть камера не передаст всей красоты этого телефона,
Но он будет красивее, чем металлический. То есть решайте сами. Разница в цене 25-30 долларов. В принципе, два телефона хорошие, но из-за металлического корпуса, 8 ядер и HD-экрана, соответственно, батарея жрется не так быстро. Я бы брал этот телефон по энергоэкономичности. Этот телефон тут Full HD, качество экрана лучше, белый экран, но батарея держится 1,5 дня. Поэтому я бы для себя выбрал бы, скорее, предпочтение дал по Pitel U15. Ну, а там решайте сами.